Еще не час. А сделай еще приписку, как делать квест на X5, короче, там бомбанет у людей вообще реально. Что с X5 на то? Вот тогда. Я так долго готовился, панели переставлял, макросы привязывал, руник там к чему-то. Какая разница тебе? У меня стоит каждому касту привязанные рунические. Тебе какая разница? Зачем? Вот. Вот, ты прочитал? Вообще я не пользуюсь. Есть, хорошо. Понял, да? Может быть и раньше я приду. Просто на очень много. Что там Хант? Он кашляет или что? Или что у него? Приставав, дайте. А, скажите, а в среднем где-то у нас онлайн, ну, около 500 человек, да? В среднем. Не говорю в пиковые. Чё? В пиковое время не говорю, именно в среднем у нас где-то 500 человек онлайн. Не в гильдии, а вообще на сервере. 2,5 минимум. 2,5? Реальных. Полторушка, двух. Ну, 2,5 точно нет, а именно сколько реальных примерно? Да нет, три косаря точно есть. Нету трех. Я Дуном проверял, каким не помню там. Тебя не слышно. Была. Сролил. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда?
вкус как вишенка. Ой, извините. Поезд на Редриком. Редриком реально? Ой, ты отошла на пару минут. Ну да, и вылететь, короче, с ошибкой, допустим, и все, ИГГ. Я пойду сейчас пожрать наложить. Слав, ни в чем себе не отказывай, просто. Взял мяч, хуяч, короче. Ни хера какие-то пальцы длинные, я херею. Ты как мне называешь цифры, я смотрю на каком они, точнее буквы, на каком они расстоянии, я херею, какие у тебя пальцы длиннючие.
сначала нужно выбрать цель. Напиши макрос и шоуталкип. Маги, пожалуйста, дайте столик. Лёшке забыла звать. Так, Африканка. Он же говорил, типа, за хавкой отходил. Думали, что... Все здесь. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Господа, был достаточно недоразумений. Сила смены позволит Гонору свершить отмещение. Обязательно все свои стаканы теряют. Много кнопочек. Какие после четвертой? Как? Ясные, которые? ПДК, да много кнопок, блядь.
Падает кинетика, алло. А, у меня вроде все активно. А, не, не назначено, я не до них не дотягиваюсь. Мне неудобно до них. Я их не назначала. Четвертую, пятую, шестые, седьмые, вот до девятых. В общем, я их не назначала. Понял, принял. Он тебя тучит. Я уже помню, как ходил с мытей в 10 оп, там срывались, и она обиделась и ревнула. Ну, давай будем начнем с того, что с меня не срывали, а просто другой танк танчил, и начали на меня потом говорить. Давай, ну, назвать просто все своими именами. Ладно, а не выдумывать свои какие-то микроистории. А, там Фурик второй танк был, точно. Фурик? Я не знаю, Фурики лучше. Ты смеешься, а Боль, ну, ты вроде должен быть неплохим парнем, а ты, оказывается, ну, чтобы не ругаться, ну, не особо хороший человек, оказывается. На самом деле, ты не помнишь, что... Протовар, который все время забирал, танчил, и я с ним в течение рейда всего ругалась. И, ну, как бы ТПМ не читаешь, ну, между нами который. Правильно? И не надо тогда теперь говорить, что есть к чему, окей? Одним словом, держи в курсе. Нет, конечно, там щит, ты не чё? Издевайся. А где у него сейчас? Это тебя на пуле, ты чё? Чё, серьёзно, наш хан был? Ясно. Как его возьми нового ханта? Ладно, я тебя кушу.
А у нас что сегодня, Слава? Две геры? А гера от карки берете? 6-7. Да, может, одну цинка и две резки. Вы вчера убили резки такие? Вот, давай вот одну цинка и вторую резку. Там написано цинка 25 гер, Void X2. Эк же, наверное, придет. Войда так потроллит. Не бить, что ли? Так, а может, ты наденешь грань? Бафф пойдет, наверное. Это было неразумное решение. О, сова заряжает, ебать. Волшебное слово. Волшебное слово. Икнус рейда. Давай. Подходит? Потрем сейчас кипить. Ну, всех подвисает. Войт за нее кикнет любого с этого рейда. Даже себя. Страдайте же! Я выпустил. Страдайте же! Вам такое. Миллион лики. Продайте же. Арксис, я тебя укушу. Ну ты где? Хотай. Вот ты. Как вам такое? Страдай!
Давайте же! Ну, типа, я тебя укушу. Где ты ходишь? Да, типа, ты где? Я сзади тебя. Сзади тебя. Я уже пижон укусил. Я не видел. Убейте сову, быстрее! Звездопад КД. Страдайте же! Багруха. Багруха не упал. Да, на ДД, которая где-то вверху, в правой стороне. Да, там я один брала, Дариону, может, ну, как бы я один уже выиграла. Сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Отойду на минутку. С их помощью мы пробьемся через... Никто не играет в Mobile Legends. Я играл. Играла, а сейчас... Mobile Legends, что ли? Сейчас нет уже. Да, сейчас. Я играю. Ну, сейчас... Играешь? Ну, пока нет. А так я играю мне. Ну, нет, ну не в данный момент, а вообще. Ну, вообще, да. Ну, я бы хотел просто напарника себе, там, одного-два, чтобы рейтинг поднять нормально. А ты на каком рейтинге сейчас? А что за игра? Ну, я максимум там поднимал грандмастера, чтобы чисто получить это. Ну, у меня грандмастер первый, сейчас эпика поднимаю. Нифига себе. Чем играешь? Ну там разное. В основном Ангела, Акай. Терра онлайн? Линейка? Ну типа Доты, только мобильная версия. Ну, по мне так намного удобнее. Не знаю, мне она больше нравится. Я в Доту до сих пор, мне это клацание по экрану, по всему, так раздражает. И поэтому Mobile Legends мне зашла... Она очень удобная. Очень. И... Красивенькая такая, мне нравится. Вот Войт стопудово тут лагмает. Поэтому, ну, я бы хотела просто себе, может, одного-два напарника, если будет, кто играет.
Я просто хочу до легенды дойти. Не могли бы вы снять с меня, маба? Пожалуйста. Пожалуйста. Учительница смерти, вот справа. Он же особо не бьет. Но. Можешь их сразу удалять. Войд, это же из Доты, да? Да. Золотые купола. Ну ты его шары, конечно. Мне позвал не сеть арпирафт. Я сразу подумал, фантазии нету, там просто что-то из Доты спиздил. Вот у меня охуенный ник. Подсосал в Доту. Играл я полгода на Изенгарде, на Пандарии, короче. Там в девочке был никнейм Руси Сквирт. Она при этом модерн. Ну да. Они там любят такие ники. У них на 3-3-5 там NPC стоял, который арену регал. Бару и бивай, блять. Ник. Так он мне не падает. А тот, который падал, забрал тот человек, который на танк собирал. Это до сих пор я его не видела, как в роли танка. Я вообще, меня так раздражает, который роли на танке ни разу в танке не видишь никогда. Я всегда так делаю. Как раздражает, одеваешь БДК, он все равно не держит огромный. У меня хулипал тоже есть. Угу. Давай холик на этом на рейде. Я стаки проебу, 100%. Ответь, пожалуйста, зачем холик на рейде? Холик на рейде — это охуенно. Я и Вальку, и рейды буду хилить одновременно. Холик на рейде — это понос, ебан. Да нет, ты чё, брось. Ладно.
Забей. Я убирал, но где она, не помню. Так где надо убрать? Чужаки ворвались внутри ей покрыли. Уничтожьте сего дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Там вдруг не спекнется. Я хилбот не включил, сука. Что нажимать-то здесь вообще? Холипавом? Там одна кнопка вроде. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Этот огненный справа наверху. Куда? Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Гир дать. Ран. Пыран. Там вы найдете спасение, герой. Наруч, дай мне на уж, пожалуйста. Ну да, наверное. Спасибо. Четвертая есть, есть там.
Да тебе не надо четвертый, ты здесь сам, блин, типа дыхание надо попасть. Если что, грудак есть, он просто не освещенный, он лежит. Ну да. Интерфейс. Где? Где точно не Ну, кто-то апкает, ничего не получим, так что смысл? Можете потом забафать перед синдром, я падала? Пара. Спасибо, о. Ой, и кулаки сюда идти поваром. Дела не жду. Эти кулак поваром.
Там у меня, по-моему, сокеты какие-то были. Достаю, боже мой, что мне жалко сокеты. Дайте кулак поварам. Кто дает кулак? Я даю. Кулак поварам. Не ОБДК лучше один, чем ты. Ты там одел флешмоб твой? Кулак дайте. Ой, это твой орган? Кто дает кулак? Дайте кулак. Да. Спасибо. Это твой пчёнк? Это твой орган? Он тоже один канул. Не, на третью почку похоже. На кодек ты заплатите, он перепишет его. Секунду, у меня чайник кипит. Не давать. Давай там 10 секунд хватит. И я бью. Все ненужное справа. Да, видишь, все, что низко остался справа. Бить или не бить? Очень вопрос. Сейчас сорвете. Нет, там код. Кричи, если я срываю точно. Беги, малышка, беги! А, будете. Вы чувствуете, как ледяная ладонь стрепещет?
Сейчас бейте аккуратно. Сагу дайте. На морах сагу. Олег пропал. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает? Трепещите, смерть! Они крест не могут дать, какая сальва. Не бить-то можно. У меня тоже. Ну, буду типка идет. Ну ладно, здесь еще я мертвым притворюсь. Да. Я дал.
Беги, малышка, беги! Вы чувствуете? Трепещите, смертные! Жалкая магия! Теперь без... Наконец-то! Сталик! 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 Да ебать колотить. Чистая победа. Один час 56 минут. Я вряд ли канал, что тогда. Я вот думаю, может потом сыграть ВК на ДБ. Да нет, нет, не сказал. Никто что ВК, я думаю, не ходил. Это десятка, что ли, которая? 25-ка. Может ДФБ собрать? ДФБ это десятка. Может ДФБ, да? Десятка. Ну, да я в 25-ку имею в виду на ДБ. Я говорю, а может лучше десяточку? Не. Скажи по станам там, Валькам. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне... Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Да. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Смотри, возьми доксу. Уже не суманы, по-моему. Готовься Таурус, короче. Безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я знаю.
куда-то развернули бы его. Ой, я бахнулся. Я поднял. Шаросфера беги. Он в зиме. Пускай мы сейчас пройдем переходку. Чисто балдайте. Пиво. Офигеть. Давай, Макс. Кристопан. Шаман улетел, а не лок. Вера. Ты с тобой дай. Сколько скажем для скерни? Кому приставал дай? Павлу. Прокс. Соло не может забрать их, что ли? Соло не может тащить их. Вокруг вас.
топотом, топотом, топотом. Да громовая поступь есть. Ну, либо в мишке ставим. Ним под циклон. Там главное, чтобы... Там ему дамага просто не хватит его убить потом этого мом. Там можно ему захилить. Да, я видел их, я думал, меня захилит. Ну я молился. Давай там и добился. Сейчас два глора упадет. Нет, я отдал его Дарину. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они Но она мне мастерство дает. У меня сейчас проблем нет ни с мастерством, ни с меткостью из-за этого. Ну, сам видишь. Собрано из того, что есть. Потому что вот я, когда мне помогли обнуть этого ДК, ходила еще со мной три таких же ДКшки, тоже на танка все ролили. И из этих трех ни одного до сих пор не вижу в онлайне. Ну, по крайней мере, не попадаю. Может, просто разминаемся, не знаю. Зато забрали три клыка, две, помню, головы, в общем, много чего забрали, и так до сих пор я их и не видела даже, не то, что как в роли танкова. Обидно немного, вот всегда обидно, когда вот такие люди заходят раз в пятилетку и... Да не то, что не танчат, хотя бы просто онлайн были. Ну, да я знаю, что сама в последнее время не появляюсь.
Таликов же еще играешь, правильно? Таликов же еще играешь. Что играешь? Я говорю, ну ты же еще за Аликов играешь. Ну, за Аликов я тебе скажу, я появляюсь, наверное, в 16 раз меньше, чем здесь. Я просто раз с тобой в рейд за Альянс попала на Малибусе. А, ну я там бываю, ну иногда, ну что мне там... Когда уже здесь нечего делать, когда уже здесь КД повешено или еще что-нибудь. Мне там не с кем. То есть нормальные гильдии, которые были хорошие, с которыми ребята... Сейчас они по разным гильдиям, мне неинтересно из одной в другую прыгать. Поэтому я захожу время от времени в какой-то рейд пустой сходить там. Или по ПГшке. Все. Как бы на этом все, к сожалению. Дружитетка, ты говоришь, спалилась? Я вообще-то как бы изначально перевелась с Альянса. Ну что, будем собирать БД? За 5 нет, но за 10, да? Вот сейчас. Члена другой группы. Дика, кикни, пожалуйста. Я не успела. Наша мана, кика дека. Не могу пригласить члена другой группы. Лола, это ты ходила, когда мы еще с Мрачноватым, да, последний раз я, по-моему, была? Да, это на Альянсе, на Малигасе, да, ты говорила? Лол.